Всем привет! В связи с тем, что слушать нечего особо, решили слушать того, кто мне нравится. И снова Noise MC. «Жизнь без наркотиков» называется. Вот выбрала эту тему, как бы, ну, вроде насущная тема, к тому же еще и Noise MC, у которого всегда есть смысл в его треках, и его хочется слушать. Чтобы отъехать, я пятая, восьмая на руль. У меня нету ни хата, ни работы, ни успеха. Зато есть полбокса и мокрый буль. А еще есть море бухла. Не хватает мне только ума, чтобы наконец понять, что употреблять не надо больше никогда этого дерьма. Алкоголь и наркотики — мишень моего здоровья, дротики. С каждым баклом и пятки все ближе к десятке. Мой образ жизни, наверное, станет причиной моей смерти. Но если я скажу, что завяжу, не верьте. Ведь каждый раз, когда я бросить пытаюсь, ко мне в гости снова кто-нибудь приходит и приносит чего-нибудь в папиросе. Мои привычки в покое не оставят меня. И там живу я, и с теми дружу, и моя компания. Не дать мне шанса узнать, как здорово жить, если ничем не убиваться и с организмом дружить. Это правильно. Жизнь без наркотика. Привет, я первый Noise MC, у меня уже нету сил. Смотри, что со мной сотворил этот дебил. Выгляжу так, будто бы мне лет 60. Пожелтела вся, дальше так нельзя. Мозг, одумайся, пока еще не поздно. Мы тут с почками на пару охуели просто. И поджелудочная железа тоже выступает за то, что ты завязал. Не веришь нам? Ты вон у легких спроси. Сколько лет рыбак читать осталось этому MC? Ну от силы так, года 2-3. Что не говорю, успел он подсосрать нас изнутри. Но на эту пати нас еще хватит. Так что штакет забивайте, давайте. Передавать по кругу не забывайте. И что бы ни случилось, знайте. Мои привычки в покое не оставят меня. И там живу я, и с теми дружу, и моя компания. Не дай мне шанса узнать, как здорово жить, если ничем не убиваться и с организмом дружить. Такая легенькая песенка о серьезном, понимаете? Светлая жизнь без наркотика. Казалось бы, ничего особенного в этой песенке нет, но спрятан глубокий смысл, который несет в себе вот то, что говорится о наркотиках и как без них-то лучше жить. Вот сейчас вот смотрю «Последние герои», где там Птаха участвует, последний герой. Вот, как он вот сказал, что он бежит-то там, ушел на этот остров из-за своих наркотиков, из-за своих проблем. И от того, чтобы от них избавиться. Вот понимаете, друзья мои, поэтому не стоит начинать, чтобы потом не бегать непонятно куда и не гробить свою жизнь на борьбу с ними, а наслаждаться жизнью. А для этого нужно просто подальше от них держаться. Ну, и Noise MC, как всегда, молодец, в легкой и доступной форме преподнес нам всем урок о том, что делать нельзя. Всем пока!